Всем привет! Нам привезли лодочный мотор Honda 25, который вчера утопили. Первое, что нужно сделать, это слить с двигателя масло с водой. Откручиваем масляный фильтр и меняем его. Затем откручиваем сливные болты каждого карбюратора и сливаем бензин с водой. Заливаем масло в двигатель. Откручиваем свечи с каждого цилиндра, отключаем искру, либо фиксируем свечи на массу. Прокручиваем двигатель, чтобы прочихать от воды в цилиндрах. Свечи, как и свечные колпачки, тоже продуваем от воды. Пытаемся запустить двигатель. Возможно, придется брызнуть бензин в цилиндры или в карбюраторы. Если двигатель не запускается, или нет холостых, либо будет работать некорректно, то придется снимать карбюраторы и чистить. Мотор запустился. Даем прогреться, проверяем работу. Необходимо дать мотору поработать как можно дольше, чтобы испарилась влага и двигатель хорошо промылся внутри. Мотор поработал, сливаем масло с двигателя, заливаем снова новое масло, запускаем мотор и так до тех пор, пока мы не промоем двигатель от эмульсии. После промывок нужно еще раз заменить масляный фильтр, и мотор можно дальше спокойно эксплуатировать. Разбирать мотор не требуется, если все необходимые процедуры были сделаны правильно и своевременно. Аналогично и для двухтактного двигателя, только там нужно использовать обкаточную смесь 1:25 и запускать мотор, чтобы выпарить всю воду изнутри. Thank you.
Отдаем мотор владельцу. Всем пока!